так выглядит квартира 3 плюс 1 с отдельной кухней и жилой площадью 150 квадратных метров. Всем добрый день, с вами Бактыгуль, директор агентства недвижимости Хлас International. И сегодня мы с вами находимся в квартире, в данной квартире в районе Даултепе. Локация шикарная, находится в очень удобной транспортной развязке и до нашего моря с песчаным пляжем с пологим входом буквально 150 метров ходьбы. А теперь давайте пройдемся, покажу вам данную квартиру. Я нахожусь сейчас в гостиной комнате. Из гостиной комнаты есть выход на свою террасу. И из террасы у нас есть хороший и красивый вид на наше море, а также на лазурный бассейн данного комплекса. Из данной террасы есть вход в кухню, а также в эту гостиную. Заметьте, друзья, что в гостиной очень высокие витражные окна с потолка до пола, и здесь есть двойное остекление, что означает, что зимой в данной квартире будет очень тепло. И также в этой квартире отопление идет через систему теплые полы. Это у нас такая входная группа. Двери бронированные, здесь несколько замков, и они очень тяжелые. Заметьте, есть вот такой вот встроенный шкаф везде, что очень удобно для использования. И шкафы здесь очень глубокие, для обуви, также для одежды. Отдельные полочки. Ну и такое вот зеркальце и место для ваших сумочек, также ключей. С левой стороны у нас здесь кухня. Кухня достаточно большая, просторная. Здесь также окна большие от пола до потолка. Ну и есть специальное место для комби-котла. Газ в этом районе активный. Вам остается только купить себе комби-котел и подключить отопление. Полки очень удобные и глубокие. Вот. Хозяюшка здесь обрадуется. И здесь есть еще дополнительные полки. Место для посудомоющей машины, духовка новая и место для микроволновой печи. С правой стороны у нас гостевой санузел. Здесь также есть вот встроенные шкафы. Душевая кабина очень большая. Здесь есть полочки, а также здесь есть специальное место для стиральной машины. Пройдемте далее, посмотрим с вами нашу детскую комнату. Квартира у нас сквозной планировки. Это означает, что окна у нас уходят на юг в сторону моря, также на запад в сторону гор. Такая просторная спальня, детская спальня. В ней также есть такой просторный балкон, ну и очень хорошие большие двери. А здесь у нас мастер-спальня. В нашей мастер-спальне также все окна в пол. Есть французский балкон. Ну и то, что нравится нашим хозяюшкам. Гардеробная комнатка с очень глубокими полками. Тремо для нас, для девушек. Очень удобно также для ваших украшений. И отдельный санузел с душевой кабиной. Данная квартира находится на втором высоком этаже. По нашим меркам, по меркам СНГ, это будет третий этаж. И именно с третьего этажа есть вид на море. Данная квартира у нас продается от нашего подрядчика, что означает, что здесь цена очень вкусная. И с данного этажа у вас уже открывается вид на наше прекрасное море. Есть от нашего застройщика в данном комплексе также квартиры на более высоких этажах. Там вид на море открывается еще лучше, еще пейзажнее. А теперь пройдемте с вами, изучим инфраструктуру данного комплекса. В этом комплексе есть подземный паркинг. Прямо вот вышли с лифта. Повернули налево,
И вот вам подземный паркинг. Далее у нас вот такая красивая озелененная парадная. В этой парадной есть, застройщик поставил даже такие места ожидания для ваших гостей. Ну и вы выходите в очень красивую озелененную территорию данного комплекса. Здесь есть барбекю-зона, беседки, спортплощадки, детская игровая площадка, бассейн, также закрытый паркинг. Локация данного комплекса просто шикарная. Он находится в очень удобной транспортной развязке. Автобусная остановка буквально в минуте ходьбы. Детский сад в 3 минутах ходьбы. Море от вас 150 метров. Рядом есть все магазины, также маркеты и продуктовые рынки. По приобретению данной квартиры обязательно обращайтесь по ссылкам под этим видео. Там также вы найдете подробное описание данного комплекса. И если будут у вас дополнительные вопросы, пишите к нам в комментариях. И обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, где у нас есть самое актуальное, самое большое портфолио по Мерсину. Всем хорошего дня, до встречи в Мерсине!